Я думаю, это очень ужасно, потому что эти люди все-таки заслуживают как бы получить какую-то помощь от государства, так называемого. Вот. Их не так много осталось, и лучше, наверное, я не знаю, будут ли проводить парады, но лучше эти деньги потратить, скажем, на ветеранов, на здравоохранение, на какие-то другие вещи. Вот. Но, наверное, в этой стране уже больше ничего не удивляет. У нас эта тема эксплуатируется и скорее превращается в какое-то подобие новой религии, вот, а не нормального взгляда на то, что происходило, на войну и на все вот это. Вот. Мне кажется, это бесполезно как-то комментировать, потому что все в нашей стране так, и, наверное, в связи со всей сложившейся ситуацией в стране выплат не будет. Денег нет, откуда он их возьмет? Наверное, так. Ну, потому что ментов кормить надо, вот и все. Вот мое мнение. Денег нет в стране. Ветераны подождут. Ну, рассказывать они, в принципе, очень много времени уделяют, да. Но делать-то, собственно, ничего потолкового никогда не делали и не делают. Что я думаю? Это очень плохо. Потому что денег нет у государства. Потому что дожили, что ветеранов поздравить не можем, а на концерты тратим деньги. Стыдно, низко, мерзко. Ну, я думаю, что печально. Ну, а почему так происходит? Я думаю, так всем понятно. Нет денег. Я думаю, что это, конечно, плохо. Ситуация в связи с политикой, я так понимаю. С тем, что у нас сейчас кризис в стране. Благодаря всей этой ситуации, которая возникла с августа прошлого года. Думаю, так. Просто, я думаю, это логичная риторика любой власти, которая есть в стране, говорить то, что невозможно сделать. Просто обещаниями кормить. Ну, мы платим налоги. Это те деньги, которым платят выплаты ветеранам. Я не понимаю, почему так. Вообще первый раз слышу об этом, очень удивлена. 9 мая столько денег празднуют на парад и на все остальное, а ветеранам ничего не дают, поэтому... Будем надеяться, что, может быть, что-то поменяется еще. Понимаете, я из России. В России будет выплачиваться. Я просто не знаю, не в курсе вашей ситуации политической и вообще, что творится на самом деле. Поэтому ничего не могу сказать. У нас выплачивается, в прошлом году выплачивалось очень достойно. Конкретно у меня маме благодетельница выплатили 75 тысяч рублей. Ну, денег нету, наверное. То есть, ну, думаю, конечно, плохо. Потому что надо выплачивать ветеранам деньги.